Всем привет, с вами QWERTY, и сегодня у нас обзор на новое оружие, это R8 револьвер. Я вам просто покажу, как с него стрелять, вообще, что это такое, нужен ли он вообще, и что он может творить, что с него можно вытворять. Вкратце, с него можно бустить. Вы подходите, даете спину, даете два выстрела в противника, и он умирает. То есть, вот у человека сейчас находится броня и шлем. Мне плевать, куда я стрельну, хоть много, он все равно умрет. Понимаете это? Человек, мы уходим на лонг. Уходим на лонг, стоит ВП. Мы к нему подходим, целимся, убиваем хедшотом. Также можно сделать два выстрела в тело, если, конечно, вы не можете попасть. Ну, конечно, если нажмете правую кнопку мыши, то вряд ли станете ранжиром противника. Это улучшенный вариант дигла, я бы так сказал. Даже слишком сильно улучшенный. Но он не стоит, конечно, 150 голды на пистолетке его не попасть. Никогда. Ну, если столько пистолет на пистолетку, но такого не бывает, правильно? Вот. То есть, правая кнопка мыши почти всегда убивает с первого удара, даже если человека броня. Вы просто подходите, даете один выстрел, все, он мертв. Если человек уже подальше находится, то не вариант, что вы убьете его, точнее, если не попадете. Вот, кстати, я сейчас в него попал и не убил. То, что он слишком далеко находился. Ребята, которые здесь у меня, умирают с первого выстрела. Очень неудобная штука. Почти попал, кстати. Оп, смотрите, сейчас... А, нет, не убил. Сейчас вообще куда-то влево улетело. Странно. Вот, кстати, дальняя ранжа. Ну, стреляю в голову, он не попадает, да? То есть, расстояние не такое, как ВП, как некоторые говорят. Кстати, его выстрел только. Вот. Расстояние, конечно, очень большое. Что еще могу сказать про это? Могу сказать, что вы можете спокойно сейчас бустить себе аккаунты, покупать их там, когда у вас форс, беречь его, просто рашить шорт. Ну, да, вообще с него вообще можно рашить все, что хотите. Вот, например, если мы сейчас возьмем эту штуку, да, то она не всегда будет полезна, в отличие от этой штучки. И, как бы она поможет издалить попасть вам, и издалить тоже. Да и бегать вы с ней довольно достаточно быстро. Не так быстро, конечно, как с мухой, насколько я понял. Главное просто научиться мне играть. Хотя бы на ботах там потренируйтесь немного. Ну, хотя что тут уметь, просто нацелить и стрелять. Ну, всем спасибо за просмотр. Это был QWERTY. Скоро будут новые видосики, особенно по сегодняшнему обновлению новогоднему. Так, на какое там число? Не помню, на какое число. Вот. Так что ждите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.